Добрый день, уважаемые наши гости, наши слушатели. Сегодня мы хотим поговорить о необходимости восстановления после коронавирусной инфекции и о нашей новой программе, которая так и называется «Восстановление после COVID-19». В 2020 году весь мир, в том числе и Россия, столкнулась с новой коронавирусной инфекцией, которая называется SARS-CoV-2, вызывающей заболевание под названием COVID-19. Определенная часть населения уже переболела данным заболеванием, и, надо сказать, это в большей части, конечно, социально активная часть населения. И учитывая специфику данного заболевания, которое повреждает, как мы знаем, уже не только дыхательную, но и другие системы в организме, это повреждение и иммунной, и нервной, и сердечно-сосудистой, и желудочно-кишечного тракта. Мы понимаем, что восстановление после коронавирусной инфекции просто необходимо. Поэтому специалистами нашего центра, нашими врачами, была разработана специальная программа восстановления после COVID-19. На что направлена реабилитация? Прежде всего, реабилитация направлена на последствия воздействия самого вируса и иммунного ответа на этот вирус. Реабилитация направлена на последствия воздействия самого вируса и избыточного иммунного ответа на этот вирус, а также на устранение ущерба, ну в кавычках, конечно, ущерба вследствие лекарственной терапии, которая применяется при лечении данного заболевания. И как мы знаем, зачастую это серьезная терапия, иногда с применением антибактериальных средств, иногда даже ни одного, противовирусных средств, а в некоторых случаях даже гормональной терапии. Также негативное воздействие оказывает длительное ограничение физической активности и вследствие этого нарушение метаболизма организма в целом. Поэтому наша программа включает комплекс консультационных, диагностических и реабилитационных мероприятий с использованием самого современного, новейшего оборудования. Мы учитываем все рекомендации и отечественных наших коллег, и, конечно, рекомендации европейских наших коллег, которые тоже столкнулись с данной проблемой, да, с необходимостью реабилитации после коронавирусной инфекции. Что включает консультационные мероприятия? Консультационные мероприятия включают осмотр врача-терапевта, Майер-терапевта, который использует особую методику осмотра, одобренную Европейской ассоциацией Майер-терапевтов, и который будет учитывать все ваши индивидуальные особенности и с учетом ваших индивидуальных особенностей подберет лечебные мероприятия и программу нутритивной поддержки после коронавирусной инфекции. И в этой нутритивной поддержке мы, конечно, учитываем в том числе рекомендации наших европейских коллег. Диагностические мероприятия включают комплекс базовых лабораторных и инструментальных методов диагностики, прежде всего направленную на изучение иммунного ответа в ответ на инфекцию, на сохранение функции легких, сердечно-сосудистой и другой системы, с учетом которой будет подбираться индивидуальная медикаментозная терапия, которая начинается уже в нашем центре. В нашем центре работает также команда высококлассных профессиональных узких специалистов. Мы используем мультидисциплинарный так называемый подход. И при необходимости, безусловно, будут подключаться и гастроэнтерологи, и неврологи, и психотерапевты, и психологи, ну и другие специалисты, если такая необходимость возникнет. Реабилитационные мероприятия включают базовый комплекс процедур с использованием современного новейшего оборудования, которое действует не только на дыхательную систему, а действует сразу на все системы организма и восстанавливает его на клеточном уровне. Поэтому помимо традиционных методик, используемых в физиотерапии, в реабилитации, которые включают массажные процедуры, массаж грудной клетки, массаж живота, это особая методика массажа живота по Майеру. Вот. Комплекс физиотерапевтических процедур, которые включают восстановление обоняния, включают процедуры по восстановлению функции легких. Мы используем такое современное оборудование, которое восстанавливает организм и активирует организм на клеточном уровне. Например, к такому оборудованию относится
РЕОКСИ. Процедура, называемая РЕОКСИ. Что это такое? Это новая эффективная методика, основанная на чередовании гипоксии и гипероксии, то есть когда у нас снижается кислород и увеличивается кислород, что ведет к быстрой перестройке организма, улучшение показателей и функций дыхательной системы, улучшается усвоение и доставка кислорода клеточкам, происходит быстрое восстановление организма, повышается выносливость, повышается устойчивость к стрессу и к инфекционным заболеваниям, нормализуется цикл сна, бодрствования и в целом повышается общий тонус организма. Одной из таких процедур, которую мы тоже используем, является фототерапия, швейцарская методика, основанная на лечении света. Принцип заключается в том, что под воздействием света происходит преобразование энергии света в электрохимическую энергию, которая активирует наши пути образования энергии в клеточках, в организмах. Да? То есть активируются биохимические и химические пути образования энергии в клетках. И причем это действует не только на поверхности, да, но и действует в целом на весь организм. Мы, безусловно, у нас работает команда высококлассных специалистов по лечебной физкультуре, которые подберут вам индивидуально занятия и проведут эти занятия по восстановительной лечебной физкультуре. Мы добавили в программу лимфодренажные процедуры, чтобы усилить детоксикационные процессы, то есть выведение, да, накопившихся токсинов, которые скапливаются в результате лечения коронавирусной инфекции, и ускоряют выведение вот этих веществ из организма. В нашу программу, безусловно, включена работа с психологами, с психотерапевтами, потому что мы знаем уже, к сожалению, что коронавирусная инфекция изменяет состояние психической и нервной системы, да, вызывая иногда тяжелые тревожные расстройства, вплоть до панических атак, какие-то депрессивные расстройства периодически возникают у людей. Поэтому работа с психологами и неврологами тоже обязательно включена в эту программу. Вот. Ну и, безусловно, нутритивная поддержка. Здесь мы уже индивидуально смотрим по результатам обследования, осмотра МР-терапевта, лабораторных инструментальных методов диагностики. Врач-специалист подберет вам индивидуальную нутритивную поддержку в последующем для более быстрого и правильного восстановления после коронавирусной инфекции. Вот. В результате весь этот комплекс мероприятий дает быстрый толчок к восстановлению, к быстрому восстановлению на клеточном уровне, на молекулярном уровне и на нормализацию работы всех систем организма. Будьте здоровы, берегите себя и обязательно приезжайте в наш центр на восстановление или на другие программы, которые в большом ассортименте, да, имеются в нашем арсенале.